Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим об огурцах. Я думаю, вам знакома картина. У вас огурчики то ли в теплице, то ли на улице, уже обильно начали плодоносить, вы уже довольны. Потом проходит как-то пару ночей, ваши огурцы начинают жухнуть, все пожелтеют и начинают пропадать. И все недоумевают, от чего это случилось. Так для того, чтобы это не случилось, чтобы ваши огурцы плодили до заморозков, давайте будем разбираться, что сейчас происходит. Июль месяц заканчивается, ночи становятся холодными. Днем тепло, может быть даже 25 градусов, может быть и выше. А вот ночью температура до 10 градусов, 9 градусов, может быть 11. И огурцам это не нравится. Им необходима температура плюс 15 градусов. И вот те болезни и те вредители, которые они есть, они терпеливо ждут этого времени. Потому что огурцы ослабевают и они их нападают. Что сделали для того, чтобы ваши огурцы сохранили зеленый вид и, соответственно, плодили как можно дольше? Будем применять микробиологические препараты. Это препараты совершенно безвредные. Это фитоспорин, вы видели его в продаже. Это триходерма. Вот эти два препарата, они очень помогают эффективно бороться против болезней. Разводим по инструкции и обрабатываем листья как можно обильнее. Независимо от того, появились признаки болезни или не появились. Это профилактическая мера. Если вы обрабатывать будете раз в 7-10 дней, значит ваши огурцы будут живыми. Болезни их не повредят. Ну, не помешают. Если есть такая возможность, даже полить ваши огурчики, то что также, если видно, где корни растут, роды, тогда можно полить тоже также этим препаратами. Затраты небольшие, препараты это дешевые, но эффект очень большой и вы получите огромный урожай огурца. Точно так же в эту пору на огурцах начинает поселяться бахчевая тля, так называемая. Вот, и ракушечки огурчиков начинают скручиваться, потому что она высасывает соки, и огурцы начинают в конце концов пропадать. Значит, что мы предпримем против бахчевой тли? А старинные народные способы. Это могут быть отвары. Отвар полыни, отвар тысячелистника, отвар пижмы. Три эти растения помогут избавиться вашим огурцам от вредителей. Значит, что необходимо помнить, это самое, что вот как я делаю практики, я не настаиваю эти растения, я их просто-напросто беру. Из расчета 1 килограмм сырой массы на 10 литров воды. Кипячу 10-15 минут, ну, воду закинул, закипятил, когда она закипела, и полчаса, час даю настояться. Настоялась. После этого наполовину еще разбавляю водой и все, и начинаю, соответственно, обрабатывать наши растения. Ну, обрабатываем тщательно. Ну, почему я акцентирую внимание на этих растительных препаратах? Потому что эти препараты, они безвредны. То есть, как бы для нас, они безвредны для нас, это не химия. Взяли огурчики, сняли, помыли, и эти препараты легко смываются с любого огурца, но растения находятся под надежной защитой. Так что сделайте эти работы против болезней и против вредителей, и зеленые огурцы будут даже в сентябрьские дни на вашем столе. Чего вам и желаю. До свидания.